Шеф-повар Максим Григорьев. Творожное тесто для вареников. Наверное, нет того, кто бы не любил вареники. Мягкие, нежные, сытные, вкусные, они нравятся всем без исключения. Существует огромное количество как теста, так и начинок для вареников. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Мука пшеничная 210 грамм. Сахар 2 столовые ложки. Сода 0,5 чайных ложек. Соль 0,3 чайной ложки. Творог 200 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится мука, творог, яйца, сахар, соль, сода. Шаг 2. 200 грамм творога протереть через металлическое сито. Шаг 3. Соединить творог, 2 яйца, соль, 0,3 часа. Л. Сахар, 2 столовые ложки, и тщательно растереть. Шаг 4. Постепенно добавить 210 грамм муки, просеянной с содой, 0,5 чайных ложек. Возможно, муки вам понадобится немного меньше или больше. Это будет зависеть от величины яиц и влажности творога. Шаг 5. Замесить очень нежное и мягкое тесто. Накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 15-20 минут. Шаг 6. Тесто готово к работе. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.